Şimdi Nazım Hikmet adını taşıyan kütüphanenin müdüresi Svetlana Şapkina'yı kürsüye davet ediyorum. Добрый день. Я бы хотела поприветствовать вас всех. Меня зовут Светлана Шапкина. Я являюсь руководителем библиотеки имени Назыма Хикмета в Москве. Ежегодно мы собираемся здесь, на Новодевичьем кладбище в Москве, для того, чтобы вспомнить этого замечательного великого писателя, память о котором хранится по сей день. Назыма Хикмета всегда называли человеком мира. И на разных континентах, во всех странах, его имя звучало как символ дружбы, как символ взаимопонимания и солидарности между народами. Сегодня мы здесь... Вся его жизнь была посвящена служению людям. И мне очень приятно, что даже спустя вот уже почти полвека со дня смерти поэта его дело продолжает жить. И об этом говорит тот факт, что сегодня здесь присутствует много граждан как России, так и Турции. И сегодня мы здесь вместе, а значит, память об этом замечательном человеке, об этом писателе, его судьбе, его общественной деятельности, его творчестве, она до сих пор актуальна. И разве не этого хотел великий Назым? Мне очень приятно, что я сейчас возглавляю эту библиотеку, и для меня это большая честь.